Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео я вам покажу старинный способ, как наточить ножницы буквально за 10 секунд. Понятно, что время заточки может измениться, если ножницы у вас сильно затупились. И составить не 10 секунд, а гораздо больше. Вот возьмем три разных вида ножниц и попробуем проверить, как они режут и как будем ими точить. Этот способ мне рассказала моя бабушка, она была портная в свое время. Это довольно простой метод заточки, справится с ним даже ребенок. Многие сейчас про него забыли, кто знал, многие не знали. Вот такая толстая ткань, это как образец для бивки мягкой мебели. Вот острые ножницы. Режут отлично. Это практически новые ножницы. Так, попробуем вот эти ножницы. Как вы видите, они зажевывают ткань. Плохо режут, вот видите, кромсают и в бок входят, зажевывают. Сейчас их попробуем наточить. Также и вот эти проверим. Этим я пользуюсь в гараже, в мастерской. Вот эти вообще тупые, не режут нифига. Сейчас проверим, как работает этот метод. Для этого понадобится обычная цыганская иголка, как она еще называется, то есть большого размера. Вот таким образом держим иголку и ножницами вводим по ней. Этот метод довольно надежный и проверенный. Самое главное, он простейший. Ну, буквально 10 секунд поточил. Возьмем с другой стороны, попробуем, как он режет. Видите, вообще не закусывает. Режет как новые. Все. Эти ножницы наточены. Казалось бы, да? По такому принципу они должны наоборот затупиться, но нет, они точатся. Что очень интересно. Сейчас попробуем наточить вот эти грубые ножницы. Они вообще идут рыбе плавники, наверное, вот когда чистишь рыбу. Обрезать плавники. Еще для чего-то. Ну, я их использую в гараже, в кухне купил нормальные ножницы. Ну, буквально сколько, 5-10 секунд. Тоже отлично режут. Отлично режут. Ну, можно, конечно, еще поточить. Пару раз закусили. Сейчас еще маленько. Я думаю, то, что они у меня в гараже используются. Я им иногда проволочку небольшую там перерезаю. В электрических проводах иногда там растения, какие-то веточки от деревьев. Может, из-за этого они более сильно затупились. Так, еще раз попробуем. Ну, как вы видите, как новые стригут. И не надо никакими там наждачками их точить, никакими станками. Все элементарно, просто. Обычная иголка. Обычная иголка. И вот такими движениями как бы ее режем. И все. Ножницы режут после этого, как будто вы их только приобрели. На сегодня это у меня все. Огромное всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Желаю всем добра, удачи. Берегите себя. Пока-пока.